Добрий день, шановні колеги. Вітаємо наших оболівальників з перемогою. Та розпочинаємо нашу післяматчеву прес-конференцію. Головний тренер «Динамо» Міша Луческо, його асистент Еміль Карас. Розпочинаємо запитань. Перше, будь ласка. Господин Луческо, сьогодні «Динамо» подало 14 угловых, но голов так ми не увидели. Причому кожен матч «Динамо» подає по 3 стандарта, но голов довольно мало. З чим це зв'язано? Multe mă, și pe mine mă preocupă foarte tare lucrul ăsta. Ia tot că despărcui. Avem aproape 80 de, poate mai mult de 80 de corne, ne-am marcat un gol. Sigur. Mai mult 80 у нас в этом чемпионате E o discuție care o port pe rău cu jucătorii mei și care nu înțeleg. Sunt jucători tineri, în mod normal ar trebui să fie foarte, foarte agresivi, foarte curajoși. Să ducă bătăliile în careu, pentru că acolo e o chestiune principal de curaj, în al doilea de calitate, se poate, dar noi avem calitate pentru că sunt jucătorii deja înalți, și bineînțeles de știința de a ataca spațiile de joc în momentul ăla. Băiatul часто говорю, что для того, чтобы добиться успеха при стандартах, для того, чтобы забить, нужно качество. Качество у них есть. Нужно смелость. Смелее идти на мяч, смелее вступать в борьбу для того, чтобы опередить соперника, для того, чтобы обыграть его. Și ne-a lipsit în toată ultimul minut, ne-a lipsit acest curaj de a ataca, de a intra în contact cu adversarul, de a încerca să marcheze gol. Nu ați sus, este smelăști, redcă tu da vhodim, nu tocă pe standard. Ați sus, este smelăști, curaj, care mă dăjnă evo vernu. Popov în ultimul timp a pierdut această obișnuință de a ataca la cornere și a marcat gol, iar ceilalți, Sirota și Zabarnei, încă trebuie să se formeze ca jucători de atac în jocul aerian. Popova был этот приход хороший, встречался с мячом, но, к сожалению, в последнее время он немножко растерял вот этот вот навык, что ли, встретиться с мячом в плане Забарные сирота, им нужно все-таки совершенствоваться, потому что они еще недостаточно хороши в этих стандартах чужих. În primul an noi am surprins cu scheme, cu combinații la cornere și am marcat multe goluri. În primul an. Первый год мы разыгрывали этот мяч, мы разыгрывали лишнего, приводили мяч в штрафную, у нас получались эти комбинации, мы забивали. Acum toți adversarii se organizează de așa natură încât combinații aproape că nu le mai poți face. Duc 2 contra 2, 3 contra 3 și rămâne doar lupta care trebuie să dea în careu atacanții noștri. Сейчас тот соперник уже изучил нас, приводит 2-3 игрока ближе к угловому для того, чтобы не дать нам разыграть. И в данном случае уже нужны хорошие подачи и хорошая борьба. Смелее нужно идти на этот мяч в самой штрафной. Да, вообще помимо преокупа, ну, просто еще. Потому что атака мульт, в облигом адверсару се апере, который он лор, фарте мульте центры дали нас респинсе в корнер, и династия фи требуи се яса голур. У нас много хороший контроль мяча, у нас много моментов, но или последний пас, или подача, или сам розыгрыш, то есть подача с углового не доходит до адресата. И этот момент меня тоже беспокоит. Au trecut perioada aceea când se spunea, deci înainte, chiar înainte de perioada în care am jucat eu, se spunea că 90%, cornerul 90% de e gol. Era o altă perioadă cu spații multe, cu... În moje vreme, говорили o главой, это 90% gol, pentru că были большие расстояния между игроками, играли чуть по-другому, и сейчас, конечно, соотношение другое. Vom vedea ce ne poate să vedem. Надо улучшать этот момент. Наступне запитання, будь ласка. Нема запитань? Ну, спасибо. Дякуємо всім.